Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и в сегодняшнем видео мы поговорим о взломах аккаунтов, о угонах аккаунтов и что я по поводу этого думаю. В частности, что я думаю по поводу тех людей, которые этим занимаются. Друзья мои, я занимаюсь YouTube-каналом уже более года. Я вложил сюда огромное количество своих сил, я вложил огромное количество ресурсов, и я надеюсь на то, что этот YouTube-канал будет полезен не только мне, но и моим зрителям. Я, в частности, всегда пытаюсь быть честным по отношению ко всем. Но есть люди, которые не хотят быть честными. Есть люди, которые пытаются взять то, что им не принадлежит. Почему они этим занимаются? Можно искать много разных вариантов ответов, и некоторые из них будут правильные, некоторые будут нет, но в любом случае, я думаю, что истинного ответа мы все равно не найдем, хотя можем предполагать оное. Что хочется сказать. На днях, ребят, меня попытались взломать. Попытались взломать мой Google аккаунт, попытались взломать Discord, попытались взломать мой игровой аккаунт. Короче говоря, по всем фронтам ударили, и первая моя благодарность Кроузену. Это администратор моего Discord-сервера, который вовремя отреагировал, который был на чеку и смог уберечь меня от огромного количества проблем потенциальных, с которыми я мог столкнуться, если бы все-таки у злоумышленников или у злоумышленника это получилось. Что хочется сказать еще. Меня, помимо того, что попытались прокинуть на все мои достижения, в частности в отношении моего канала, так еще и попытались меня очернить в глазах Wargaming. В Wargaming полетели сообщения по поводу того, что я не являюсь истинным владельцем своего канала, по поводу того, что они сотрудничают с мошенником, по поводу того, что они бы с удовольствием посотрудничали официально, потому что это их канал, с Wargaming. И здесь, ребят, я хотел бы высказать огромную благодарность одному парнише. Его зовут Микита. Работает он в Wargaming. И стоит отметить, что вместо того, чтобы взять топор и рубить сгоряча, он действительно решил сначала разобраться в ситуации, решил разобраться, в чем конкретно проблема, связался со мной, мы нашли с ним абсолютно спокойно общий язык, приятно пообщались, и в принципе после общения с Никитой последний остался уверенным в том, что я являюсь все-таки истинным владельцем данного канала, являюсь человеком честным, и он, наверное, понял, что все-таки собака зарыта совсем не там, где указывала ищейка. Так вот, ребят, помимо этих благодарностей, хотелось бы сказать следующее. В своей жизни вы должны добиваться чего-то самостоятельно. Вы должны делать что-то своими руками. Каждый дурак может прийти в огород к своему соседу и украсть у него помидоры, картошку, огурцы, в общем, все то, что сосед выращивал. Но мало кто способен на то, чтобы взять лопату в руки, взять грабли и самостоятельно свой огород обрабатывать и получать уже со своего конкретно огорода какие-то плоды. Так вот, я обращаюсь к тем ребятам, которые взяли свои лопаты и приперлись в мой огород. Вы неудачники. Я не знаю, было вас несколько или ты был один. В любом случае, ты неудачник. Почему? Да не потому, что ты не смог совершить то, что ты запланировал, а именно забрать мои достижения себе. Ты неудачник, потому что у тебя даже не зародилась мысль сделать что-то самостоятельно. У тебя достаточно ума, достаточно таланта исключительно для того, чтобы отобрать что-то у кого-то, кто заработал это собственным трудом. И вот здесь есть подтверждение того, насколько ты низменный человек. Я больше чем уверен, что огромное количество людей в комментариях сейчас напишут тебе, кем ты есть на самом деле и как они к тебе относятся потенциально, даже не зная, кто ты. Единственное, что я смог узнать на данный момент, это вот эти вот данные, которые я смог получить в отношении того, откуда была совершена, можно сказать, кибератака, может сильно громкое слово, но эти данные уже ушли в киберполицию, я очень сильно надеюсь, что коса правосудия все-таки дойдет до тебя. Ну а если не дойдет, то я надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь хорошенько возьмет тебя за глотку. Ребят, будьте честными по жизни, так как же другого вы-то не хотите для себя лично. Вот и будьте такими для других, которыми вы хотите видеть вокруг себя остальных людей. Я снимаю специально для вас, подписывайтесь на канал прямо сейчас и будьте уверены в том, что на моем канале будет исключительно честность. Спасибо вам большое, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.